Всем привет, дорогие друзья! С вами, как обычно, Паша Влейзин для Хаджел. И сегодня мы играем игрушку по названием GTA 5 онлайн с рубрикой «Прячись и...» Всем здорово, чуваки! Волчата, сегодня в серии мы для вас собрали только самых лучших и крутых трансформеров. Сегодня у нас есть команда Optimus Prime и есть команда Bumblebee. И, ребята, есть сами трансформеры. И сегодня все эти крутые тачки мы будем прятать и искать на офигенной территории военной базы, где нам будет дано ровно 5 минут, чтобы найти тачки друг друга. Ну и по истечении этих 5 минут мы берем найденные тачки и выбираем только одну машину из всех найденных. Ну и потом уже идем сражаться на них в испытания. А в ходе испытаний мы выявляем, у кого же скилл будет круче. И, друзья, я надеюсь, вы влепили лайк этому ролику за таких-то трансформеров. А также, ребят, ну подпишитесь вы на канал, ну там до 2 миллионов, ну вот совсем чуть-чуть осталось. Так что будет очень приятно, если вы поставите лайк и подпишитесь на канал. Ну, ребят, я желаю вам приятного просмотра, приятного аппетита, ну мы погнали! А, подожди, стой! Давай на этой серии наберем 10 тысяч лайков! Ну, ребят, ну, пожалуйста, ну, 10 тысяч лайков за трансформер, ну, прошу вас! Ребята, мы уже начали наши прятки, и, ребята, первая на сегодня тачка — это, ребята, грузовик Optimus Prime, который я сегодня так спрячу, чтобы Лёха его просто не отыскал. А вы, ребят, пока поставьте лайк этому ролику, потому что, ребят, сегодня мы прячем тачки-трансформеры. Так что, ну, реально, ребят, вот с каждого просто по лайкусику. Так, ребят, смотрите, грузовик у нас очень большой, поэтому нам надо его спрятать так, чтобы Лёха его не заметил. Так, ну-ка, например... Блин, может за зону сегодня выехать? Так, ребят, давайте выезжаем за зону, так и... Погодите-ка, а если я возьму, заеду, например, сюда, это же, ребят, не будет считаться, ну, как бы, за зоной, потому что, ребят, смотрите, это военная база, получается, и мы, ребят, прячем именно на военной базе, поэтому, ребят, давайте тут проедем чуть и посмотрим, куда можно спрятать нашего Optimus Prime. Так, ну-ка, может, сюда? Так, нет, сюда я не заеду, так, а тут у нас конец пути. Блин, ребят, слушайте, очень сложные прятки, куда его прятать-то? Блин, может его просто, ребят, тут оставить, типа, рабочий, это самое, это, Рамшан-Джамшут, можете тут, как бы, его подкараулить? Хотя не, ребят, Лёха его заметит. Так, Рамшан-Джамшут, тогда, ой, что вы падаете, это самое, пожалуйста, спрячьте мой грузовик, вот нормально, идеально. Так, ну, думаю, о, хотя, стоп, ну, слушайте, ребят, думаю, да, ребята, это хорошее место. Надеюсь, Лёха его не заметит, ребята. И мы уже, ребят, берем их к следующей тачке. Текс, а куда бы спрятать эту крутую тачку? Ребята, как вы могли заметить, это какой-то внедорожник. Я просто в офиге, ребят. Но мы его должны так спрятать, чтобы Лёха просто офигел. Так, ну-ка, куда бы, может... О! Ребята, я знаю, так дайте пройти, проехать. Так, меня только... давай, газуй! Блин, ребят, не слишком толстенький, не, надо другое какое-то место. Так, хорошо, ребят, давайте будем дальше искать местечко. Так, ну-ка, может, сюда? Стоп, волчонок, ты, кажется, кое-что забыл. Если что, кнопочка лайка находится снизу, а ты ее не нажал. Давай, ты самое, спускайся вниз, пока вот пауза, да? И нажимай на кнопочку лайка. И, друзья, это касается всех, потому что именно на этом ролике мы должны собрать 10 тысяч лайков. Ребята, это наша сегодняшняя цель, и, надеюсь, мы ее осуществим. Все, приятного просмотра. Ну, поставьте лайк там, ну, пожалуйста. О, ребят, как раз-таки, может, сюда вот спрятать как-то? Не, ребят, это банально. Блин, я не знаю, куда прятать эти тачки, ребят. Мы уже все нычки практически знаем, и... Хотя... Ребята, а вот это вот место, кстати, довольно-таки интересное, ребята. Если мы возьмем, например, вот так вот заедем аккуратненько и проедем. О, краски, давай. Тачка, приезжай, куда? Нет, она застряла, так, ребята, вот это плохо, вот это реально очень плохо. Так, не, она не застрянет, походите. Кого? Слушайте, она застряла! Так, ребята, стоп, а как выехать-то? Ну, не назад, не вперед. О, хотя, погодите-ка, ребят, если она застряла, то Лёха не сможет ее вывести. Ребят, вот это, мне кажется, идеальнейший план. Только осталось тут, ребят, еще ее так пропихнуть, короче, вот тут вперед. И, ребята, вот за эту нычку реально лайкусик. Ну, а мы, ребята, уже переходим к следующей тачке. Автоботы вперед! Вау, ребята, это
же Optimus Prime, которого мы так спрячем, то что, Лёха, офигеть! Просто, ребят, уничтожитель! 3000! Вау! Блин, ребят, о, слушайте, а вот давайте так, вот я Optimus Prime, ну, то есть автобот, да, а вы, ребят, мои автоботики! Ребят, реально, вот поставьте лайк за Optimus Prime, это просто жесть! Самый крутой, наверное, трансформер! Вот, ну, Bumblebee, в принципе, тоже неплохой, но, ребят, мне кажется, Optimus Prime, он все же сильнее! Кстати, ребят, вы можете тоже написать в комментариях, вот за кого вы болеете больше и кого вы вообще больше любите. Вот трансформера Bumblebee или же трансформера Optimus Prime. Будет очень интересно почитать. А может вообще у кого-то Мегатрон, Десептикон любимый, это как бы трансформер. Короче, ребят, напишите в комментариях, вот за кого вы. Вот за Bumblebee или же за Optimus Prime. Потому что я лично за Optimus Prime. Будет очень интересно вообще почитать ваши комментарии. Ай, ой, немножко упал. Так, ладно, ребят, давайте... Погодите-ка. Ребят, у меня есть идея. У меня есть идея. Так, офицер, здравствуйте, до свидания. И, ребят, мы можем именно тут, ребята, спрятаться. Или в этом классе. Ребят, реально, вот влепите лайк. Так, ребят, давайте, короче, именно вот тут мы спрячем нашего Optimus Prime, вот такую мини-версию, и посмотрим, сможет ли Леха его отыскать. Ну что, ребята, мы же готовы начинать нашу рубрику, когда уже искать наших трансформеров. И, Леха, ты вообще готов к поиску трансформеров? Я по полной. Готов? Ты еще бьешься? Не-не, я найду всех двух трансформеров по-любому. И раз, два, три... Полетели все, ребята. Время пошло. Максимум и сейчас... скорости. Давай-давай. А я полечу, ребята, искать твоего Bumblebee. И по-любому его найду. Так, ребята, а тачки значит... не найдешь? Да-да-да. И тачки найду. Сейчас всех найду, ребята. По-любому в контейнерах ты что-то прятал. Так, ну-ка, в контейнерах ничего нету. Опа! Так, ладно, в контейнерах ты нашел? Не прятал. Не-не, не нашел. Ладно, я поеду проверять... пожарную станцию. Там-то я первый поеду проверять пожарную станцию. Это я первый поеду проверять пожарную станцию. Так, ребят, так, ну-ка, тут у нас... так, тут ничего нету. Так, все перепрятываем, перепрятываем, все перепрятал. В смысле, что там перепрятываешь? Так, ребят, давайте проезжаем. Здорово, я там все перепрятал. В смысле, так, конечно, сейчас я все найду, ребят. Так, давайте проверяем. Так, ну-ка, так, тут ничего нету, ладно. Так, хорошо, ты у нас... Так, ладно, давай еще. Давай, да еще. Так, ну-ка, может ты... Так, ребят, ну тут ничего нету, тут... Так, ладно, хорошо, ребят, на пожарной станции ничего нету. Останет меня. Так, ребят, будем искать дальше твои тачки. Так, где они могли бы быть? Давай. В ангаре, в самолете, так, блин, где еще? В кустах, так и, возможно, в коробках. Признавайся, куда ты вообще прятал тачки сегодня, а, Лёха? Я их прятал в этом, в кусте, спрятал Bumblebee, да. Я его посадил в куст, говорю, сиди тихо, никого не трогай, никого не слушай. Да, конечно, в кусты ты его не мог посадить. Он слишком большой. Ладно, подсказка номер два. Хочешь, скажу? Ну, давай, давай. Да, биотуалет, ты знаешь, вот тут есть? Ну, вот он там сидит у меня. Да, он не поместился бы в биотуалет. Ты издеваешься, дядя. Это не то. Да, конечно. Блин, ищем точку. Ладно, едь ко мне, вот я слева от тебя. Вот. Слева, так, ну... Вот. Прям вот ну, отвечаю. Где? Давай, ну, вот. Туалет, вот нет, я... Нет, другая подсказка. Вот, другая, смотри. Ну, давай, поехали. Так, вот, видишь, желто-черный. Желто-черный, так что-то желто-черный. Так, ну и да, вот, желто-черный. Я сказал, трансформируйся в эту будку. Да, и он превратился в него. Все, ребят, я легкий... говорю, вот он сидит, Bumblebee, здорово. Я легкий на подсказке, больше не буду слушать, ребята. Это какой-то бред. Я специально время тяну, чтобы у тебя его мало осталось. Ты самый лучший из тачки, у тебя... Че, офигенно? В ангар меня запихивает. Ловушка Джелкера. Да, Джелкера. Давай, Джелкер, ищи свои лучшие тачки, а я буду искать твоего Bumblebee, который находится в контейнере. Да, я найду. Да. Че? Нашел. Че нашел? Че ты там нашел? Че? Тачка нашел. Тачку нашел? Ой, я выехать не могу, правда. Смысле? Че, все? Ой! Синяя тачка, у тебя просто парковки стоит. Только она застряла почему-то. Ловушка Джелкера сработала, ребята. Так, сейчас только надо поехать. Подъезжаем, так ну-ка, где тут эта ловушка Джелкера сработала? Ой, смотрите. Давай, что за капкан, вытаскивай меня. Не получается. Что ты сделал, заколдовал машину? Ладно, сейчас помогу, давай. Опа, бам! Получилось! Ладно, удачи. Это что было? Давай, удачи тебе желаю. Я, ребят, поехал. Спасибо, я выехал, поехал. Стоп, подожди, а зачем я тебе помог? Не знаю, но мне, в принципе, это не против, я. Подождите, ребята, это... У меня была вообще другая тактика, чтобы я тебя потянул, и ты, это, короче, 5 минут вытаскивал тачку. Да, так, ребят, вот это, так это капец. Зачем я это сделал? Да, спасибо. У меня даже ни одной тачки нет, ребят, минута 50. Я тебя загипнотизировал, чтобы ты мне помогал, понял? Ага, угу.
да-да, я вот нашел твою тачку. И, ребята, это у нас, ну, не Бамблби жалко. Ну, конечно, ребята, так все, забираем его. И... Да ты че, я слетаю по границам прямо как нашел. Ну, конечно, да, да просто взял, заехал и нашел. Кстати, Леха, я хотел бы у тебя спросить, вот за кого ты? Вот за Бамблби или за Оптимуса Прайма? Я все-таки за Бамблби, он самый молодой, да, ну, самый молодой, самый красивый. Ну, ребят, мне кажется, то, что Бамблби, он, конечно, молодой и крутой, мне он тоже нравится, но Оптимус Прайм, он сильнее. И поэтому я за Оптимус Прайма. А вы, ребят... Бамблби крутой зато, да, ну, он комара. Ну, он тоже крутой, но, ребят, все же, напишите в комментариях, за кого вы, за Бамблби или же за Оптимуса Прайма. Будет очень интересно почитать. И, Леха, у нас остается ровно одна минута. Так что лучше поторопиться. Так давай. А я сейчас найду. Блин, давай по подсказке, может, дашь мне подсказку. Давай, давай. Ну, давай, я тебе дам подсказку, это... блин, я забыл уже где тачки. Давай, главный пункт управления вообще военной базы, вот, не знаю. Ну, хорошо, вот, я поехал в главный пункт управления. Так, а ты у меня это главный пункт. Как это сказать? Что? Я даже не знаю. Ну, короче, это у меня башня. Башни. Так, ребят, хорошо. Так, башни. Так, есть башни на пожарной части, так есть башня. Там есть башни еще там. Да блин, тут много башен. Так, ладно, ребят, давайте проверять. Так, пожарная башня. А башню, вот какая, так. Ты не узнаешь. Блин, ребят, это все плохо. Так, тут у нас ничего нет. Ну, я же уже все провел. Ребята, время на исходе. Это капец, давай, это очень плохо. Давай, мало времени. Ребят, давайте проезжаем. Так, ну-ка, тут у нас... О, я Оптимуса Прайма нашел. А я Бамблби. Мы одновременно... Так, Бамблби, давай. Стоп. А я его что, ребят, не заметил с первого раза? Я его в школе увидел. Это капец, ребят. А я нашел. Так, Бамблби, давай, слазь! Ой, тихо, не упади на меня, ты! Еще Бамблби, так давай, давай, слази, Бамблби! Так, ребят, давайте, как его заставить сесть? Так, Бамблби, слезай! Так, куда? Давай, Чебурашку! Да, Чебурашка, слезай давай! Он не слезает. Давай, ну какой давай, же тяжелый этот Бамблби, ребят, он еще уснул, блин, не хочет вставать, превращаться, это капец какой-то, еле-еле. Ой, проблемы у кого-то. Да, я самое главное успел, ребят, найти вот этого Бамблби за 5 минут, так, ребят, давайте быстрее. Давай. Господи, какой же он тяжелый, ребят, вот, блин, я вот превратился, чтобы вот спрятать себе маленького Оптимуса Прайма. Вот нифига не умеешь, это вдвойне сложно, втройне даже. Ну, блин, ребята, все, ох, отцепляем его, и, ребята, сегодня в серии получается... А вот моя банда. Ой, нифига себе, блин. Так, стоп, вот этот байк надо немножко снять. Так, давай, убирай байк вот это. Ой, Оптимус. Трансформатор упал. Тихо, ой, все, ему хана, короче. Ребят, ну, получается, сегодня в серии Леха нашел у нас, получается, Оптимуса Прайма. Нашел, ребята, вот такую вот прикольную тачку, внедорожник. Нашел, ребята, ну все, ребят, все получается. Больше он ничего не нашел. Я же нашел, ребят, сегодня Бамблби, ребят, вот такого жесткого, большого, огроменного просто. И нашел, ребята, такой жесткий внедорожник. И, Леха, вот что ты сегодня забираешь? На испытание. Вот какой его... Ой. Ну, ты... у меня остался один выбор, видимо. Это будет мой трансформатор. Вау, трансформер Оптимус Прайм. Ну, а я, ребят, тогда выбираю этого спящего Бамблби, чтобы тебя сегодня уничтожить. И, ребят, напоминаю, пишите в комментариях, вот кто круче, Бамблби или же Оптимус Прайм. Ну что, ребята, мы же прокачали наши машины, и, ребята, наше первое испытание, это, ребята, Водный Смой. И, Лёха, мне кажется, тебе и твоему Оптимусу просто хана. Раз, давай. Два, три, полетели, ребята, разгон. Давай, у меня давай. Фура. Ой, это фигура, так иди сюда, иди. Фура, улица, фигура, бам! Да! Мой Бамблби, в смысле? У меня отлетел вообще за километр. Какой километр? Так, ребят, Бамблби лучше, я его прокачал, обвесы поставил. И тебе мой хана, так на тебе, уничтожу. Давай, я вешу 10 тонн. Ой, конечно, фиг 10 тонн, так, ребят, давайте, бам! Ой, ты всегда будешь фи прибавлять. Ну, конечно, вот, фи. Давай, Бамблби, фига, Бамблби. Ой, тихо. На, наверх. Я, ребят, вау. Аккуратно. Ракеты уничтожу. Да, ща уничтожу, я тебя. Бам, на тебе! Дрифт, Оптимус! Да, блин, ребята, что так сложно? Оптимус, Дрифтимус! Слышь, ты, Дрифтимус! Так, ребята, у меня есть план. Я прячусь. Разгоняюсь! О, ракеты! Тебя, хана! Бам! Ой, конечно. Да. Я поехал далеко, конечно, далеко! Поехал в воду! Ух, ребята, еле, да нифига, я просто крутой Бамблби. Короче, ребят, я получаю свой первый сегодня балл, что у нас 1-0. И, ребят, давайте перейдем уже к нашему второму раунду. Эх, ребята, пришлось мне все же снять свою броню, потому что в прошлом раунде я потом утопился. Ну, короче, неважно, я тебя все равно вынесу. Раз, два, три, полетели! О, давай, три, слушай, а у меня без брони, зато быстрее, как бы тачка разгоняется, офигеть!
ты чё? Опасная, ай, опасная фура, тихо. Я не переверну сейчас, колобок недоделанный. Тихо, ребята, сейчас. Тихо, ребята, лучше уже. Иди сюда, двери сломаю. Ты чё с моим бабом сделал? Так, тихо, выехали. Тормозим, задний ход. Да какой задний ход, впереди ход, так нате, бам. Эй, я сто лет так разворачиваться буду. Давай, дайте. Давай, кого ты пытаешься скинуть? Я не могу тебя скинуть, ребят, чё на бред тогда? Правильно, я же Optimus Prime гигантская. Да дай мне перевернуться, блин, заболбал. Ребят, не дай, не дай. Держи меня. Ты что? Ты да, как это баланс сделал? Офигеть, ребят, ну получается, я сегодня зарабатываю свой второй на сегодня балл. Бамблби пока что показывает хорошие результаты. И, ребят, давайте перейдем уже к нашему второму испытанию. Ну что, ребята, наше второе на сегодня испытание — это, ребята, последний выживший, где главной задачей будет просто не попасть под выстрелы танков. И Лёха, под мне меня! Тихо, ребята, лучше газовать как можно быстрее, потому что Лёха своей массой нас просто может раздавить. Ты куда улетел? Ой, у меня проблемы! Космонавт! Так, ребят, давайте быстрее за Лёхой. Так, ну-ка, куда? Ты куда улетел? Космонавт, я вот сам улетел. Ты чё, блин? Лёха, готовь! Какой задний ход? Так, ребята! Я поехал! Уезжаем! Ребята! Офигеть! Я выстрел выдержал. Реально? Офигеть, ребята, я к тебе. У меня дымится что-то сзади немного. Я к тебе больше никогда в жизни не поеду. Пошел ты нафиг, ребят, слушайте. Иди сюда, я приманиваю танки, как магнит. Не надо, иди со своим магнитом, знаешь, куда? Я сейчас трансформируюсь, танки там взорву. Ой, кострел под крылом. Давайте, ребят, зажимаем Леху, Танки взрывай. Ай, блин, ты что? Меня не переворачивай. Так, ладно, ребят, давайте будем думать, как вообще. Нифига, это... Ой! Я же дрифтил, да! Ребята! А я стрелялся! Это капец, ребят! Это жесть просто, ребят! Я же просто дрифтил, а меня взяли и взорвали! Ладно, ребята, Лёха зарабатывает свой перм на сегодня. Балл сегодня за нас 2-1. И, ребят, давайте уже зарядимся нашим последним испытанием! Ну что, ребята, наше последнее на сегодня испытание — это, ребята, дерби, где мы сравним Оптимуса Прайма против Бамблби. И, Лёха, тебе давай, хана. Давай, иди сюда. Раз, два, три. Ребята, вау, нифига, вау, что? Ребята, кладочки, ребят, все газуем. Я победил. Да, конечно, я лучший просто вообще трансформер. Эпичная походка. Давай. Фигичная походка. Вау. Ай, так, ребята, трансформируемся. Тебе иди хана. Иди сюда, трансформатор. Иди ты сюда. Так, ребята, давайте, у нас есть оружие. Кулаках, ну ладно, боишься? Бам! На, ребят, ой, на! Бьём! Да всё, стой! Я передумал! Убивай! Тихо, ты чё? Тихо, вот так, с тобой победить да, меня! Да какое? Я тебе вообще... Да, ребят, давайте! Ты куда побрал? Тихо, так, ребята, аккуратненько так прыжочек и... Так, тихо, у меня бам, на нафиг. Так, ребята, так, у меня есть небольшая идея. Так, ребята, давайте обстреливаем именно, ребят, с расстояния. Как дела? В фуру трансформируйся, встанет меня. Да, конечно, будет, ты вообще мою тачку взорвал. Так, ребята, давайте мы... Быстрее бежим за Лёхой! Так, ну-ка, куда ты спрятался? А, бам! Ты сзади меня был! Ты чё? Да, не стараю, бам! Я прятался! У меня идея! Догони меня, ушлёпок, я тебя! Куда ты, рандаги, ты побежал? Всё, пока, Лёх, всё, я убежал! Я с пушкой не могу бегать! Опа! Ну всё, не знаю, что ты делаешь! Давай! Догони меня, там, попытайся! Куда ты спрятался? Какая зебра? Я не знаю! Мега прыжок! Опа! Ребята, обстрел! Обстрел, бам! На ноги! Фигушка! Кривой, не попадешь. Слышь, ты кривой, бам! Ой, бам! Сейчас убью, да, конечно. Давай, три. Да! Ребята! Я смог! Ой, ребят, ну я тогда получаю свой третий балл, ребята, за это жесткое испытание. Реально, просто, ребят, влепите лайк. На сегодня я побеждаю в серии! Ну что, ребята, данный ролик у нас подходит к концу. Если вам понравился этот босс, влепите ему лайк, подпишитесь на мой канал, сделайте красную кнопочку подписаться серый. А также, ребят, не забываем подписываться на моего друга Лёху Джела, ссылка будет на него в описании. Всем удачи, всем пока, народ! Всем пока, чуваки!